Привет, друзья! С вами снова Денис Кухта, и вы на моем канале. Добро пожаловать! Сейчас я нахожусь в бывшей летней резиденции династии Габсбургов. Это Шонбрунн, огромный парк, шикарный позади меня дворец. Но сюда я направился не погулять в парке, а точнее направиться дальше в зоопарк. Самый старый в мире зоопарк, который находится у нас в Вене на территории летней резиденции с 1752 года. Еще когда-то супруг Марии Терезии, императрица Марии Терезии, Франц Лотаринский, император Священной Римской империи, основал здесь зоопарк. И до сегодняшнего дня этот зоопарк считается самым старым в мире зоопарком. По посещению парк Шонбрунн занимает в Австрии первое место. Это самая основная достопримечательность всей Австрии, ну и не только Австрии, но и всей Европы. Посещаемость этого парка приблизительно доходит до 8 миллионов человек в год. Также здесь находится самый старый в мире зоопарк, куда я сейчас и направлюсь. Всего есть 3 входа в зоопарк, и центральные, 2 дополнительных. И вот один из таких входов с красивой пандочкой. Мы сейчас входим внутрь зоопарк. Билет стоит 20 евро, друзья, 20 евро на целый день практически, да? И вот меня уже встречают носороги. Зоопарк работает с 9 часов утра до 5:30 вечера. А если покупать на целый год карточку, без ограничений, хоть каждый день, это 49 евро стоит всего лишь билетик уже на целый год абонемент. И многие так покупают, и с детьми уже сюда приходят и гуляют здесь. Все смотрят, практически целый год гулять. У меня была такая карта, называется Ярес карта на целый год. Но она у меня уже давно закончилась. И какое-то время я уже не был даже в зоопарке. Наверное, здесь уже многое даже поменялось, потому что пару лет я точно не был в зоопарке. Сейчас все посмотрим вместе. Under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true. And every smile you give, your love it shines right through. And in this moment, I'll make it last I'll take my time and make it last. As the present becomes the past, I'll do my best to make it last. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast, I'll fight it off to make this last. Seems to think that all good things come to an end, but I won't fall for that, oh no. Forever you will be my friend, and no one else can make me feel the way you without effort do. And you are mine for now and always, and always know that I love you. So I'll make it last, make it last. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past, I'll do my best to make it last. I'll make it last, I'll make it last.
Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast, I'll fight it off to make this. Сегодня получилось видео из Венского зоопарка, самого старого зоопарка, друзья, в мире, который существует непосредственно с 1752 года до наших дней. Мне очень понравились панды, мне очень понравились жирафы. Здесь есть что посмотреть, и кто приезжает в Вену с детьми, это, наверное, место номер один для детей
для посещения именно Вене всей семьей. Поэтому, друзья, всем, кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал, кто еще не подписался. А кто подписался на канал, обязательно проверьте, или активирован у вас колокольчик. Возможно, у вас подписка есть, но колокольчик не активирован. Активируйте свой колокольчик, и тогда вы будете знать, что у меня постоянно выходят новые интересные видео. А я вам говорю пока, и до новых встреч. Чао!